Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в метро 2033 Редукс, продолжаем проходить эту игру. Это уже вроде последняя миссия, ребята. В принципе, давайте же сразу продолжим. Это начинается с того момента, когда было на самом начале, когда был как бы предрассказ финала, да? Вот как раз эта часть, когда сейчас куча вот тех всяких во-во уже бегут там. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Ну, уже куча там вот тех тварей всяких уже бегут. И, в принципе, сейчас, ребята, вот нам нужно, как я помню, забраться на ту башню. И все. И там уже финал. Поэтому, ребята, давайте же. Я не знаю, будет ли это долго, не будет ли это долго, потому что, если честно, не помню. Это тварюга. Ну давай, прыгай, чё ты там? Ну, давай. Ай! Ох, вы еще сейчас еще и убьете, нет? На тебе, зараза. И тебе тоже на. И тебе на. Что, еще кто-то? Сейчас вот та летающая прилетит, да? Ай! И... Это... А, нет, это должно. Я же напугался, что убили, как бы. А нам туда, на самый верх, нужно забираться. Вот как раз этот момент, да? Сейчас на нас летит. Вот на этом, как бы, история, предыстория закончилась, да, и началась игра. Да. Демоны красивее. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Ну давай, побежали. Домой, Артём. Я останавливаюсь один на секунду. Давай. Ты где? Слева. Они слева. Теперь справа. Так, тебе тоже на. И тебе тоже на. Ну побежали. Нам нужно к той башне как можно быстрее добраться. Да и все. Побежать. Ой. Куча тварю, где вы? Все, давай. Да сколько вас тут? У меня уже почти что патронов нету даже. Нам нужно убираться отсюда. Ну, давай. Да харе уже. Побежали. Все, один патрон. У меня уже даже на дробовике патрон нету. Давай как можно быстрее, чувак. Вернись на место. Это так должно или я просто... Твою мать. Ладно. О, давайте поменяем. А, тут тоже патронов нету. Чё за хрень? Бесконечный патрон? Это или баг, или так должно быть. Смотрите, ребята. Один патрон. Я могу стрелять сколько угодно, и он даже не кончается. Это так задумано, типа, в конце финальной миссии тут уже можно творить что угодно, или это какой-то баг. Один патрон. Как бы он стреляется, да, и потом заново возобновляется. Бесконечный магазин, то есть можно стрелять сколько угодно. Это так типа задумано, такая баганая пушка в конце, чтобы проще было пройти? Или это действительно, я что-то забагал? Это интересно. Так, зараза, а что вы теперь хотите, когда у меня бесконечная пушка? Я не знаю, ребята, это баг или хрен его знает, но то, что пушка-то бесконечная... Сколько я уже патронов выстрелил, даже оно не перезаряжается. Я даже не буду нажимать на перезарядку, вдруг баг пропадет. Вперед!
ну то, что реально какой-то баг, может, я случайно что-то... как бы... забагал пушки, да, что оно как бы так поменялось. У меня же даже ни одной... Да пошли ты, что ты там стоишь, зараза? Я даже патроны боюсь поднимать какие-то. Артём, а не. Может, это реально так задумано, что типа вот на финальная миссия, если ты найдешь вот эту забаганную пушку, можешь стрелять себе там сколько угодно, да? То есть... Хрен его знает. Может, реально забаганная, а может, я как-то случайно забагал. То есть поменял с одной пушки. У меня же на той пушке патронов не было. И когда я поднял эту пушку, то тоже патронов же не было. Может, оно как-то... Хрен его знает, ребята. А ты где, чувак? А, вот ты. Чё-то ты там стоишь, я даже тебя не видел. Ну, пошли, пошли. Пошли. Все, ребята, мы уже хотя бы в башне. Сейчас я даже не помню, куда нам идти. Теперь надо найти путь наверх. Нам сюда? Сюда. Ну, пошли. А если я поменяю пушку? Не, все так же. Ну как бы, стреляет, да? Да. Легче сказать, чем сделать. Путь наверх. Ну и как нам туда забираться? Есть мыслишка. Давай-ка, забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Ну, пошли. Давай, давай, упырья жало, давай! Воля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Сейчас как держи вы там остановитесь? Как вы там хотели остановиться, это немного... Ух ты, ни хрена себе. Эй, Артём, с тобой все в порядке? Фантастика. Ульман! Ульман, как слышите? Так, сейчас нам... Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Сейчас куда? Ладно, Артём, нам теперь нужно тебя как-то... Воу, зараза, я тебя даже как-то не заметил. Воу. А где бы нам тут... Где бы нам тут наверх-то найти дорогу? Я что-то как-то даже и не помню. Вот это место, где покрышь... Воу. Тут бы свалился, да и все, да? О, ладно, валим. Фух, ну чё, поднимаемся, походу, сюда. Ты тут? Молодцов! Во! Ульман, как слышите? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Вот твою мать напугал. На связи, Мельник, Мельник. Стреляй, Артём! Артём, Мельник, прием! На тебе! Вот и капут ему. Ну как капут? Ульман, как слышите? Меня ранили. Будьте на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Вот зараза. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Облака слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. Ну, понятно. Систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Фух, как нам сейчас забираться, если честно, уже не очень помню.
Просто куча вот этих всех ходов, выходов и вот этого всего. Сюда мы не заберемся, да, если я туда прыгну, то капу. Вот это я и не помню, ребята. Тут куча просто вот этих ходов всяких. Ну как куча? Вот уже не могу найти, куда нам идти, хотя... Хрен его знает, если честно. Ну вот, забрались мы на один этаж выше, да? Ну вот есть какая-то... А, нет, нормально. Воу! Давай, 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 давай. Лезь, лезь, давай. Фу, так, сейчас сюда, да? Ну, потопали. Ой. Так, тут еще фильтры. И сейчас сюда. Вот и начинается вот эта фигня. Он несет смерть. Артем, Артем, это Ульман, прием. Он пришел истребить нас. Артем, прием, слышите? Так, ну что? Ни хрена себе. Так, сейчас поход сюда. Тут забираться на эту башню. Вот тут охренеть. Вот, вот и капут. Сейчас что, опять туда пробираться? Наверх или куда? Вот так если... Вот ты ж... Ух ты. Вот тут не, не скажу, что легко. Тут если зацепишься каким-то... О! Ну прыгай, куда ты там? Давай, давай, лезь, 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 лезь. А вот сейчас куда? А сейчас куда? Я, если честно, даже, ребята, уже и не помню. А куда сейчас? Нам куда вообще нужно? Нам нужно, понятно, что на самый верх, но как туда забраться? Я просто не помню, как. Куда тут прыгать? Нам туда прыгать нужно. Вот это хрен его знает, ребята. О, там тут, там же лестница какая-то есть. Ну твою... Просто это реально смотреть нужно. Вот. Его. Воу, начинается. Начинается вот это. Артём, прием, слышите? Ну давай, лезь, 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 лезь вверх, куда там? Все, это вверх, да? И сейчас он... Позволить ему.
Сейчас. Вот эта фигня. Сюда нет. Так. Ух ты! Воу. Да чё вы... Да не-не-не-не-не, не туда, не хочу я туда, не хочу я туда! Вот чуть не упал. Или чё он там? Так, вот сейчас вот эта часть. Чё-то и мешка как-то так плавно ходит слишком как-то. Или это так должно быть? А куда... О, он там сзади. Чё-то с этой мышкой как-то она нереально... Воу. Чё-то он по кругу ходит. Чё за хрень? И куда мне идти? А куда мне идти? Да чё? Да ты ж... Ну беги ты. Воу, воу, воу. Давай, давай, беги, куда ты там? Ну? Сейчас вот это что, бежать тут нужно? Он же вроде на... сзади. А сейчас куда? О, не-не-не, давай-ка ты... Оу! Давай беги, нет! О, допрыгнули. А сейчас... Уничтожьте его. Сюда, походу. Сдавайся. Давай беги, беги, беги. Остановите Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Я не знаю, ребят, это походу плохая концовка. Я не знаю, вроде есть тут и хорошая, но я как-то... Как я не пытался проходить или еще что-то, как-то не получалось, чтобы хорошая концовка была.
Я не знаю, какая хорошая, но в прошлый раз, когда я проходил, была такая же. Что мы типа убивали его, вылетали ракеты и все. Я не знаю, ребята, как написано, как я читал, что нужно помогать как бы всем, да, давать там деньги. Но вроде кто там просил, я всем давал деньги, помогал. Но вроде то, что писало пытаться никого не убивать, как можно типа меньше смертей, просто-напросто бежать. Никого не убивать и все такое. Я это понимаю, но это уже нереально, по стелсу нужно играть. Мудрец сказал: тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом, метро. И мы победили. Ну вот, ребята, конец первой части метро. Я говорю, я, как я не пытался пройти хорошую часть, я читал, что нужно помогать людям, нужно давать им деньги, чтобы кто просит, тому давать. Я это понимаю, я давал, но как бы деньги тем, кто просил. Но также писало, что нужно не убивать людей, нужно как меньше убивать людей. Я понимаю, но эта игра не совсем стелс, тут... Чтобы тебе пройти нужно дальше, там перед тобой стоят враги. Или нужно там по полчаса сидеть, чтобы они куда-то ушли и пройти дальше. Или просто-напросто их за пару секунд завалить, да, и пробежать. Я просто не хотел очень долго играть в эту игру. То есть я ее уже прошел, я уже знал, куда мне нужно идти, каким путем мне нужно идти, чтобы быстрее туда дойти. Что мне нужно быстрее сделать, что мне нужно в первую очередь сделать, чтобы пройти дальше как можно быстрее. Первым же путем. Поэтому кто там стоял на моем пути, как бы люди там, враги, фашисты, кто там был, я их сразу же убивал и пробегал дальше, да. Если уж хорошая часть только под... хорошая концовка будет, если никого не убивать, а как можно меньше смертей, то я не знаю, я думаю, что сейчас мы бы еще даже ее не прошли, а просто-напросто ходили бы там по стелсу, как можно меньше смертей, может иногда у одного, двух, трех врагов убили и побежали дальше. Это я, ребята, понимаю, но... Когда нужно кого-то убивать, я убиваю. Все. Когда нужно кому-то помочь, я помогаю. Когда нужно что-то сделать, я делаю. То есть я не пытаюсь как-то каким-то другим путем обойти, чтобы то не делать. Поэтому... В принципе, ребята, какая концовка, такая концовка. Первая часть метро 2033, Redux. Мы ее прошли. Сейчас можно, я не знаю, можно, в принципе, и пройти вторую часть метро 2003, метро 2000, какой 2000, метро Last Light, Redux тоже обновленную. Мне кажется, она будет поинтереснее, то есть, ну, как бы, понятнее поинтереснее, она же новая, там еще более много пушек, как бы, и более такая захватывающая, мне кажется. В принципе, ребят, я так думаю, давайте на этом закончим, игра действительно стоит того, чтобы ее пройти, если вам... Если вам понравилось прохождение, вы также можете, в принципе, пройти эту игру, потому что игра действительно стоит, чтобы ее пройти. Это не какая-то там американская, от наших, можно сказать, украинцев, да. Но действительно, ну такая офигенная игра, есть такой осадок на душе, когда ты... Ну, в принципе, да, на душе, когда ты ее проходишь, все ли ты правильно сделал, можно ли было что-то изменить и, в принципе, что дальше, да. Ну, в принципе, действительно, игра прикольная, ребята. Я так думаю, давайте это уже закончим. Можно потом пройти еще следующую часть, да? В принципе, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.